Добрый день, дамы и господа. Всех приветствуем, к сожалению, на последнем туре Мелбет первой лиги этого сезона. 3 июня, суббота, мы с вами в городе Жигулевск, где в своем последнем матче в этом сезоне сыграют Акрон и Волгарь. Команды, которые уже ни на что не претендуют. Команды, которые находятся в турнирной таблице рядышком с друг другом. И команды, которые в целом в этом сезоне-то очень прилично запомнились. Нам, скорее всего, это Азаров, хотя тут есть... Помощник, удар, перекладина. Ну вот и первый момент в этом матче, наконец-то. И классный момент, классная подача. И здесь вот чуточку не повезло Ивану Чудину. Поднимает руки в воздух. Видимо, какая-то даже поменяла схема. Удар-то получается в итоге. Похоже, да, Липовой, похоже, в какой-то момент взял и изменил комбинацию розыгрыш. Потому что сначала поднимал одну руку, потом поднял обе. Подача. Вот момент. Удар поворотом еще. Одна перекладина. Андрес Понсе. Хорош здесь. И снова перекладина, которая после отскока отправляет мяч за лицевую. Так же, как и в случае с Иваном Чудиным, с его ударом. Достаточно ничейная команда Акрон на своем поле. Мы видим, да, статистику. Больше половины матча команда играет здесь в ничью. Но тем временем момент. И забивает первый гол за Акрон. В рамках Мелбет первой лиги Никита Салтыков. Какие эмоции, посмотрите, у него. И как же он здорово разобрался. Как же он все красиво сделал в такой ситуации. Напомню, 18 лет ему, но очень по-зрелому сыграл Никита Салтыков. И Freed From Desire. Самая, мне кажется, классная композиция для фанатов, для команды. Последняя минута первого тайма. Акрон в атаке. Куда полетел? Куда ж ты полетел, Саганович? Понсе 2-0. Ну зачем, Дмитрий Саганович? Для чего ты это делал? Не рассчитал вратарь Волгаря. И Андрес Понсе снова забивает. В сложной ситуации. Я, честно говоря, очень боялся, что здесь будет столкновение. Но все обошлось. А в итоге еще и Понсе идеально подставил голову. 2 минуты добавлено. И это было опасно. Салтыков разрез. Проходит передачу. И снова Суганович. А положения вне игры не было. Точный пас. И вовремя отдавал Салтыков. Забивает Понсе сейчас. Кстати говоря, Марк Полушин – это футболист, ну, во-первых, воспитанник астраханского футбола. Это раз. И, во-вторых, это рекордсмен. Об этом позже, потому что сейчас становится у нас 3-0. Забивает Эльдарушев. 85-я минута. Аплодисменты от тренера, естественно. Ну и вообще, сегодня Акрон праздник устроил этим болельщикам. Эльдарушев пошел радоваться. С кем? С Калешиным? Да, в принципе, неважно. Со скамейкой, с болельщиками в том числе. Ну, кого-то вот лично поздравляет Абу Саид. Хороший гол. Обрез здесь получился на ровном месте. Шакура врезает коротко на Азарова. Ну, а Азаров, конечно, пас отдал классный. Удар поворотом и 4-0. В ближний еще и залетает. Еще и... На 90-й забили. Пожалуйста, еще и Сасин забил. Еще и замены сегодня такие произошли. Качественные. Все участвуют в голах. Эльдарушев забил, теперь еще и Сасин. Полнейшее разочарование на скамейке. Волгарь, я бы сказал, даже какое-то безучастие. Какая-то агония. 0-4 Волгарь проигрывает. В матче с, ну давайте так, прямым конкурентом за определенное место турнирной таблицы. 4-0. Салтыков, Понсе, Эльдарушев и Сасин приносят Акрону крупную победу.